А теперь лайфхак от Live Music, как завязывать провода, чтобы они не путались и не мешали друг другу. И не ломались. Складываем пополам. И не ломались, как пчелочки. Еще раз пополам. Еще раз пополам. Подожди, я не успеваю. А теперь завязываем, не затягивая, в аккуратненькую такую вот штучечку. Не затягивая. Сейчас, подожди, я записываю. И вот, и не затягивая. Теперь ты можешь это повесить куда угодно. Даже на гитару, чехол. Все гениально, просто. Эстетично и красиво. А все простое, просто гениально. Так можно, объясните мне как барабанщику, так можно сматывать только розовые провода или любые? Розовые в эту сторону, а любые другие в обратную. Тут важно соблюдать цветовую дифференциацию. Добавить нечего. Ку! Ку!